Твери троллейбусы начали курсировать на час раньше прежнего расписания и заканчивать работу тоже на час позже, то есть с 5 утра и до 11 вечера. Как сообщили на муниципальном предприятии, продление работ троллейбусов было сделано для удобства горожан, которые неоднократно обращались с такой просьбой. При этом количество подвижного состава на линии осталось прежним – 45 единиц в будни и 35 в выходные дни. Многие заводы у нас начинают работать рано, и людям, соответственно, нужно добраться до работы. Мы учли пожелания пассажиров и сделали расписание, исходя из их пожеланий. Увеличили количество двухсменных режимов работы. За счет этого мы и увеличили время работы нашего транспорта на линии.